Спасибо вам большое. Одним из самых ярких мероприятий этих майских праздников и магнитом для туристов стал гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». Гости города сполна могли насладиться вкусом традиционных татарских блюд. По-прежнему топовыми местами посещения остается главная достопримечательность города – Казанский Кремль. Да и на улице Баумана в выходные было не протолкнуться. Много отдыхающих потянулось и в недавно открытый после реконструкции парк Горького. Здесь очень важно то, что были и событийные мероприятия запланированы на эти праздники. И что немаловажно, туристы приезжали на более долгий срок. То есть если мы говорили раньше, что это было там 2 дня, то сейчас 3-4 дня. И свои майские каникулы люди готовы были проводить здесь. И, конечно же, им было интересно, что делается в городе. 29 мая в Казани откроется купальный сезон. В срок до 27 мая городские власти намерены подготовить все официальные городские пляжи. На подготовку выделено 4 миллиона рублей. Прежде всего, это водолазные работы по расчистке дна, обновление пляжного инвентаря и организация дежурства спасателей. Будет открываться 5 городских пляжей. Это Нижнее Заречье, Локомотив, Изумрудное, озеро Глубокое, озеро Комсомольское и 2 места отдыха, организован отдыха. Это Лебяжье и Парк Победы. Кстати, как и в прошлом году, на всех городских пляжах будут проводиться для желающих курсы по оказанию первой помощи утопающему. Сергей Шерстнев, Владимир Ладушкин, телеканал «Эфир».